Детям, страдающим задержкой развития, кроме коррекционных занятий, необходимо общение, которое они и находят здесь, в центре «Вера». С декабря прошлого года при учреждении зародился клуб. Елена Толстокорова – одна из мам, которая стала инициатором этого начинания. Возраст с 18 по 35, он нигде. То есть малышами занимаются, престарелыми занимаются, а вот этой категории людей не занимаются. Поэтому нужно развивать эти площадки. Поэтому мы решили попробовать. Сейчас в клубе «Возьмемся за руки, друзья» уже 5 человек. На момент приезда нашей съемочной группы с ребятами занималась психолог по системе канистерапия, когда собака помогает своим пациентам стать общительнее. Общение как бы идет, потому что в первые наши с вами приезды многие дети боялись собак, да, и одно дело там говорить собакам то, что она добрая, хорошая, а другое дело какую-то ввести игру. Так в игре постепенно ребята адаптируются к социуму, пропадает страх общения. На дальнейшем мы будем работать не только с аутистами, а группа будет объединяться. У нас уже есть одна девочка с ДЦП, то есть и мальчик тоже с другим заболеванием. И мы вот как-то наблюдали такую картину, что мальчик, который совсем не разговаривает, и мальчик, который разговаривает, они общались. Это вот это, но они друг друга понимали. То есть один жестами, а другой говорил ему, и мы видели общение. В работе с детьми помогают и волонтеры, которые организуют им чай, участвуют в общих играх. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».